Добрый день, с вами Сандра Подзини, и хочу вам сейчас показать, что надо делать, когда ваша подписка, ваш магазин IPL Go уже кончилась. Может, прошел больше полгода, вы закупки не делали, никакие активности в своем кабинете не делали, и у вас истекла подписка, которую вы делали с самого начала за 25 евро. Вы открываете самую главную страницу, и вы тут видите, что ваша партнерская подписка истекла, и ее надо продлить. Как это надо делать? Заходим в магазин, выбираем интернет-магазин, ставим галочку сюда, что мы хотим получать бонусы, то доставка по адресу, пишем свой город, курьерская служба, свой адрес. Проходим дальше. А, еще надо телефон. Так, и проходим дальше. И магазин предлагает вам сделать активизацию своего кабинета за 25 евро. Тут стоит, что мы уже одну покупку сейчас будем делать. Сумма 25 евро. И продолжить. Дальше выбираем, как будем платить с картой. И продолжить. Проверяем, чтобы у нас тут было все правильно, 25 евро, и оплатить. Теперь тут заполняем номер карты, до какого числа карта работает, код, который у карты на второй стороне, и нажимаем оплатить. Здесь ничего писать не надо, тут автоматически сами цифры заполняются. На этот квадратик не смотрите. Главное, вот эти заполните карту и оплатить. И все. И у вас активизирован кабинет. И вы можете опять покупать продукты со скидкой до 50%.